И о новостях спорта. Лучшие сноубордисты мира вновь соберутся в окрестностях озера Банное. В календаре Международной федерации лыжного спорта ГЛЦ «Металлург Магнитогорск» выбран местом проведения одного из этапов Кубка мира. Старты пройдут 5 и 6 декабря в дисциплинах «Параллельный гигантский слалом среди женщин и мужчин» и «Параллельный слалом». Напомним, в 2019 году Кубок мира в ГЛЦ «Металлург Магнитогорск» собрал спортсменов из 17 стран, а для болельщиков и любителей спорта соревнования стали настоящим праздником.